Global Production Film представляет. А дальше-то что было? А дальше кровосос меня сожрал. Блин, опять ты все придумал. Да ладно, не парься. Что там читаешь? Да так, историю одну. Тут сталкер статью написал про артефакт очень редкий. Да небось очередная легенда зоны. Да что-то не похоже. Он тут пишет, что наткнулся на неизвестный артефакт и притараканил его к ученым. Те ему такого наговорили, что уши могут завянуть. А он тут понятным языком рассказывает обычным сталкерам. Бред. Я тоже, как ты видишь, могу много чего написать. Да, ты-то можешь, я уверен. Ну где там Василь? Да скоро подойдет, потерпи. Назовись! Это я, Василь. Ты один? Нет, блин, брюхатым кровососом пришел сообщить о свадьбе. Здорово, Василь. Здорово. Привет, Шустрый. Здоров. Ну что, как дела, если не секрет? Не секрет. Я тут кое-что нашел, и за найденное могу получить нехилую кучу денег. А что нашел? Артефакт? Погоди. Вот, это что? Как мне сказали. Погоди, это... Погоди, дай-ка артефакт. Это же тот самый артефакт, про который я читал. Он назвал его календарь. Вот, смотри, сталкер даже фотку приложил. Знаешь, мне как-то наплевать, как он выглядит. Главное, за него 500 зеленых получу.
Или деревянных. Да неважно. Главное, с такими деньгами можно за периметром осесть. Домик у озера, лес сосновый. Ну да ладно. Ты лучше расскажи, как так умудрился? Ну хорошо. Когда я был на интере у ученых, Крылов предложил мне найти артефакт-календарь. Платил хорошие деньги. Ну, я и согласился. Тем более, я знал, где этот артефакт уже находился. Постой, Василий, и иди сюда. Ты кто такой? Да ты подойди сюда, дело одно есть. Выкладывай, что хотел. Мы с вами не знакомы, однако я вас тут ждал. Вы мне должны достать артефакт, календарь, круглый такой. Ну, ты знаешь. Так, погоди, я что-то не понял. Вы меня явно с кем-то путаете. Да и я вам ничего не должен. Ну чё ты сразу на отказ? Я заплачу в 1.5 раза больше, чем ученые. Ну, заказ у меня уже есть. Знаешь, иди-ка ты сам за своим артефактом. Ты сам-то подумай, Василий. Мы с тобой люди взрослые. Не думаешь, что тебе каждый день попадаются люди, которые готовы заплатить за артефакт такую сумму? Я уже про тебя достаточно знаю. И поверь, деньги тебе нужны. Кто ты, черт возьми, такой? Меня зовут Сергей, и больше тебе знать не обязательно. Как достанешь артефакт, неси его к этому самому месту. Пес с тобой.
Ты принес, что я просил? Да. Только деньги вперед. Не рискнул я больше на встречу с Сергеем пойти. Мало ли, вдруг и вправду артефакт показал, и меня бы убили. Да, правильно поступил. Не факт, что со второго раза бы все получилось. Лучше, конечно, сходить до ученых и там его продать. Так намного безопаснее будет. Только теперь Сергея я вряд ли узнаю, если он без маски будет. Да и вряд ли он свое настоящее имя сказал. А может, он подумает, что ты в аномалию попал? Там же их достаточно было. Интересно, почему здание исчезло, когда ты артефакт впервые взял? Кто знает. Да хрен с ним. Ну что, потопали. До вечера, думаю, дойдем до ученых. Тут же недалеко. Пойдем. С нами точно не пропадешь.